Учебный центр муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» приглашает получить профессии водителя трамвая и троллейбуса, сообщает в телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской». После успешного окончания курса выпускники учебного центра при трудоустройстве получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» гарантирует стипендию на время обучения и конкурентную заработную плату, полный соцпакет, возможность выбора рабочего графика, бесплатный проезд, а также общежитие. Кроме того, для работы в трамваях и троллейбусах требуются кондукторы. Узнать подробнее о вакансиях, а также задать вопросы можно по телефонам 309 95 35 и 309 95 91. Жителям Самары в телеграм-канале Департамента опеки напоминают о размерах ежемесячных выплат для замещающих родителей, оформивших опеку над ребенком для приемных и патронатных семей в 2023 году. За оформлением выплаты можно обратиться в районный отдел опеки и попечительства по месту жительства. Адреса и телефоны районных отделов опеки городского округа Самара можно найти по опубликованной на экране ссылке. В музее имени Алабина открылась выставка художников из городов Луганской и Донецкой народных республик Запорожской области, сообщает в телеграм-канале Ленинского района. Это художественное высказывание от людей, много лет живущих на Донбассе. В их работах глубокое сопереживание и надежда на скорое наступление мира. Выставка будет открыта с 19 по 29 октября. Посетить ее можно бесплатно, сообщает официальный канал администрации Ленинского района. Начать карьеру правильно поможет Олимпиада для студентов «Я профессионал», организованная по нацпроекту «Образование», информирует в телеграм-канале Красноглинского района. Каждый участник после регистрации может составить хорошее резюме, пройти тест на выбор профессии, найти стажировки в крупных компаниях, пообщаться с HR-специалистами и получить полезные советы. Победители и призеры смогут поступить в лучшие вузы страны без конкурса и пройти стажировку в компаниях-партнерах Яндексе, Сбере, ВК, Росатоме и других. К тому же победителей ждут денежные призы до 300 тысяч рублей.